Хокинг назвал сроки исчезновения человечества на Земле. По мнению британского физика, это произойдет уже к 2600 году. Британский физик Стивен Хокинг предрек исчезновение человечества на Земле к 2600 году. Ученый полагает, что до этих пор население будет расти, а потребление энергии увеличиваться, вследствие чего планета будет напоминать к этому моменту пылающий огненный шар, передает Нью-Йорк Пост. По мнению физика, единственный путь к спасению – найти другую пригодную для жизни планету. При этом человечество должно отправляться на поиски в те зоны, где до него никого не было. Таким образом, человеку можно будет продлить свое существование еще на миллион лет. Об этом физик заявил в ходе видеовыступления на саммите Tencent V в Пекине. Также он призвал потенциальных инвесторов оказать поддержку его проекту Breakthrough Starshot, который предполагает путешествие к Альфа Центавра, звездной системе, которая ближе всего расположена к Земле. По расчетам Хокинга, в этом районе может находиться планета, которая пригодна для жизни. Кроме того, ученый подчеркнул, что его проект корабля сможет достичь звездной системы за 20 лет, в то время, как современным это под силу только за 30. Ранее корреспондент Нет сообщал, что Стивен Хокинг заявил о возможной гибели человечества из-за роботов. По материалам сайта news.com.